Обсуждались вопросы правопорядка, комплексного развития города и городского хозяйства. Несмотря на благополучную криминогенную обстановку, отмечена необходимость в оснащении города достаточным количеством камер видеонаблюдения. В РИО начальника полиции Десногорска отметил, что эта техника поможет поддержать порядок в Десногорске. Также депутатский корпус сообщил о готовности обсудить ранее предложенные изменения к уставу Десногорска. Эти материалы рассмотрят на ближайшем заседании депутатской комиссии. Больной вопрос большинства городов России – уборка снега. Его также вынесли на обсуждение. Было предложено заимствовать успешный опыт Смоленска, то есть полностью освобождать дворы жилых домов от частного автотранспорта на период очистки от снега. В завершении заседания заместитель директора службы благоустройства Виталий Семкин отчитался о результатах уборки города от снега в период обильных осадков. Он также доложил о количестве работающей снегоуборочной техники. Помимо этого, Виталий Семкин рассказал о выполнении противогололедных действий сотрудниками службы на закрепленных за ней участках города. Олег Соловьев, Виталий Степанов, Светлана Разганова, Десна ТВ.